Всем привет, друзья! Jailbreak Uncover обновился до версии 5.0, и теперь с помощью данной версии вы сможете получить Jailbreak даже на айфонах, на которых установлена версия iOS 13.5. Это на данный момент самая актуальная версия прошивки, которая подписывает Apple. И в этом ролике хотел бы вам показать инструкцию, как установить данный Jailbreak на ваш iPhone с помощью Windows. В данном случае это у меня Windows 10. Вот. И что нам нужно будет сделать для этого? Запускаем браузер, будь то Яндекс, будь то Chrome, не имеет значения. Пишем в поисковой строке Uncover Jailbreak iOS 13 и переходим по ссылке. Обычно это первая ссылка выпадает. Jailbreak iOS 13 именно на сайт 4PD. Переходим по этой ссылке. К слову скажу то, что Jailbreak Checkrain тоже обновился до версии iOS 13.5 и исправили некоторые проблемы. Вот, еще один момент хотел вам этот сказать, то что с помощью Checkrain вы не сможете получить Jailbreak на таких устройствах, как iPhone XR, XS, XS Max, и поэтому вот вопрос на ответ, который вы мне пишете в комментариях, отправляете в Instagram, там просите помочь с обходом iCloud. Опять-таки, iPhone XR, XS, на них установлены процессора A12, A13, A12X. На данный момент Checkrain не поддерживает это устройство. Checkrain получает Jailbreak благодаря зависимости, благодаря увязанности в процессоре. Поэтому и не получается делать Jailbreak с помощью Checkrain. И навряд ли получится, потому что на вот этих вот процессорах Apple убрала вот эту увязанность и исправила данную проблему. Поэтому и обойти iCloud не получится. Ну и получить Jailbreak тоже на этих айфонах с помощью Checkrain не получится. Но мы сегодня не за Checkrain сюда пришли. Вот, нас интересует на данный момент Uncover. Как видите, Uncover поддерживает тоже версию iOS 13.5. Uncover обновился, как я говорил, вот до версии 5.00. И вот, заходим по этой ссылке, открываем. Вот, инструкции для осуществления Jailbreak'а. Листаем вниз, заходим вот сюда, по вот этой ссылке. Мы будем получать Jailbreak с помощью Alt-сервера. Переходим по этой ссылке. Опять-таки, вам не нужно будет искать вот эти ссылки. Я просто под видео ставлю закрепленным комментарием. И вы просто перейдете по видео и пролистаете чуть-чуть вниз. Все будет закрепленным комментарием. Искать ничего не надо. Итак, переходим по этой ссылке. altstore.io. Вот. И устанавливаем в зависимости от вашей оперативной системы. Если у вас macOS, то переходим по этой ссылке и качаем. Если у вас Windows, то по этой ссылке. Скачиваем. Вот. Пускай качается. И переходим опять на вкладку «Назад». Итак, минимальные требования для установки Alt-сервера. Минимальные требования – это у нас Windows 10, Windows 10, macOS 10.14.4. Вот. Что нужно будет сделать перед установкой Alt-сервера? Вот. Нам нужно будет установить iTunes в зависимости от разрядности системы. Если у вас 32-битная, качайте 32-битную. Если у вас 64-битная, качайте 64-битную. Как проверить разрядность системы? Это очень легко. Заходим в этот компьютер, свойства. И вот здесь можете видеть вашу разрядность оперативной системы. Если у вас 64-бит, вот видите, 64-разрядная оперативная система, процессор 64-бит. То есть у меня 64-битная система. Я должен качать iTunes 64-битную. И еще один момент, важный момент. iTunes качать обязательно с сайта Apple. Нигде либо ни с магазина Microsoft нет. Именно с сайта Apple. То же самое, iCloud тоже качайте именно с сайта Apple. Скачали iTunes. Если у вас iTunes есть, переходим, запускаем iTunes. Вот. Далее заходим в справки. Обновление. Проверяем, стоит ли последняя версия iTunes. Если стоит, все хорошо. Если нет, обновляйте. А если у вас вообще не было iTunes, вы скачали с сайта Apple, то у вас будет последняя версия. Проверять ничего не надо. Вот.
Я скачал уже iTunes, как видели, iTunes есть у меня. Далее я уже заранее скачал и iCloud. Это мне делать не надо. Далее, как видели, мы скачали alt-сервер сайта. Идем, открываем. Так. И вот устанавливаем по вот этой вот, вот этот вот установочек. У меня установлено. Далее, после установки, заходим в пуск. Пуск. Вот, вот недавно добавлено. Видите, alt-сервер. Нажимаем один раз. И теперь идем вот в свернутые приложения, вот сюда. Нажимаем install. Проверяем, есть ли обновление. Видите, обновление не найдено. Теперь мне надо будет подключить свой iPhone. Сейчас я подключу. Так, друзья, я подключил свой iPhone к компьютеру. Опять-таки, смотрите, чтобы iTunes не был запущен. Надо будет закрыть iTunes обязательно. Далее заходим в свернутые приложения. Вот, видите, иконка Alt Store. Нажимаем туда. Install Alt Store. Видите, мой iPhone определился. Нажимаем. Далее вводим свой Apple ID, пароль и также логин. Сейчас я введу. И еще один момент. Если у вас была включена двухмерная идентификация на iPhone, то надо будет вам создать одноразовый пароль, зайдя в ваш Apple ID. Вот я нажимаю Install. И ждем. У нас на айфоне должна появиться иконка Alt Store. Так, пока ничего нету. Вот у меня этот вышло окошко на айфоне. Доверять этому разработчику или нет. Если у вас такое окно не выходит, то заходим в основные. Далее листаем вниз, управление устройствами. И вот тут нужно будет доверять этому приложению. Нажимаю доверять. И у меня иконка Alt Store появилась. Теперь я включу захват экрана на своем айфоне, и мы будем уже на айфоне все устанавливать. Сейчас я включу захват экрана и продолжим дальше. Так, друзья, вот как видите, у меня приложение Alt Store установилось. Также я уже установил Uncover тоже, но jailbreak не получал пока что. Итак, что же нам нужно будет сделать после того, как мы установили через компьютер программу Alt Store для того, чтобы установить Uncover? В первую очередь, если у вас окошко не выходило, там доверять разработчику, то вам нужно будет обязательно нажать доверять. Как это сделать? Далее заходим в настройки, основные, управление устройствами, и вот тут вот нужно доверять этому разработчику. Вот как видите, у меня Alt Store тоже проверено, я нажал уже доверять, также Uncover тоже проверенное устройство, проверенное приложение. Теперь, после того, как мы нажали «Доверять», нам нужно будет запустить Alt Store. Далее надо будет зайти в «Настройки». И вот тут вам нужно будет залогиниться под своей учетной записью. Это обязательно. После того, как залогинились, вам нужно будет зайти на сайт разработчика. Вот, у вас есть два выбора. Первое – загрузить приложение. Второе – открыть Alt Store, и сама установка уже пойдет сразу. Как по мне, второй вариант самый простой – это нажать «Открыть Alt Store», «Open из Alt Store», и у вас пойдет сразу установка. Если вы воспользуетесь первым вариантом, загрузите приложение и сохраните на вашем айфоне, то вам нужно будет зайти повторно в Alt Store, мое приложение, переходим в категорию My Apps, далее нажимаем на плюсик, и вот тут выбираете папку, куда вы скачали данное приложение, и нажимаете по иконке. У вас пойдет также установка. Вот, друзья, вот так можно установить приложение Uncover, также получить jailbreak потом, вот. Вот, нажимаем по иконке Uncover, нажимаем jailbreak. Все, вот как видите, процесс пошел. Опять-таки у нас выходит рекламка, так как спонсором вот этого jailbreak был вот разработчик вот этих чехлов. Нам это не надо. Вот и все, друзья, как видите, jailbreak успешно получен. И вот, друзья, jailbreak я установил. Вот, как видите, иконка CD появилась. Опять-таки, при получении jailbreak устройство пошло на Respring, поэтому не смог полностью заснять. Вот, как видите, CD запускается, репозитории прекрасно обновляются. Вот, все без проблем. Опять-таки, покажу версию iOS тоже.
об устройстве, видите, версия 13.5. Вот, друзья, показал вам вариант установки. Всем спасибо, всем пока.